Всем привет, друзья! С вами Мама. Наконец-таки вышел скин на Леона, и теперь мы можем его затестить. Правда, есть одна большая проблема, потому что я это уже все купил, я это уже все начал записывать. Тут бац, просто запись обломалась и все. То есть я записывал с телефона, а он у меня старенький 6S. Видать, там память закончилась, то ли еще что. Я не знаю, память 8 гигов была, а всплыла какая-то ошибка. Мол, там какой-то эррор и так далее. Я просто захожу, и файла нет. Офигенно. Ну ладно, суть не в этом. Давайте мы проверим. Все-таки этот скинчик. Придется это сделать по новой. Я поставлю старку на скорость, так как я тестил и щитом. Точнее, не щитом, а с хилкой. Но, честно говоря, так себе. Очень медленно бегает. Скорость решает, я думаю, покруче. Учитывая то, что против тебя еще тут все тимятся. Так что давайте, погнали. Замутим такой вот интересный ролик. И еще я вам покажу еще один скин. Я его тоже купил. Это легендарный скин, я думаю. Надеюсь, вы поняли, о чем речь, но давайте сейчас посмотрим, все это вам покажу. Окей, Динамайк, ну что ты агришься-то так сильно? Здорово, Ленчик. Ленчик. Здорово, Кроу, говорю. Ой, а вот... Блин, надо было понизу идти. Я думал, что он поднимется выше и будет стрелять вдоль, но не тут-то было. Он все-таки стрелял по-нубски, и я не угадал. Прикол в том, что, ну, привыкаешь мансить именно так, как стреляют топы, то есть уворачиваться от топов, а тут-то кубки небольшие, и поэтому немного по-другому. Ты играешь на опережение, пытаешься его перехитрить, а он на деле просто нубское действие делает и все-таки попадает в тебя. Так, Леон не фул. Нафиг ты мне в тиме нужен? Давайте, эта битва будет легендарной. Леончик против акулы. Давай, давай. Неплохо байтит. И по тапкам дает. Ой, да почему в меня-то? Пайпер, иди нафиг, а. Я сейчас ульту накоплю, я тебя вырежу. Что-то в него не особо стреляет. Офигеть. А нет, вот стрельнул. Ладно, а вот теперь... Дай одну пульку. А вот теперь иди сюда. Там Шелли поджимает, да? А я еще тут. Здорово. Доигрался, короче. Ладно, давайте рискнем, заберем. Так, подхилимся. Ой, рикошетик. Да нафиг ты мне нужен в тиме, я же акула. Я акула, я всех сам сожру. Но это не точно. Здесь, по-моему, Шелли была. Ушла? А где центр вообще? Ой! Вау-вау-вау! Давай, до свидания! Ох, блин, тут столько крысок, конечно. Это просто жесть. Очень тяжело тут спокойно поиграть, потому что кругом сидят эти мышки. Так, Шелли остался. Точнее, осталось и Леон. Я просто на Леон смотрел, кто там кого убил. Давайте погнали за Леоном. Акула. Ой, 8 банок. Так, он за мной идет, да? Ну окей, сейчас. Из принципа давайте акулу на акулу ставим, чтобы потом его Шелли зафигачил. Нет, они, короче, тимятся. Так, он под инвизом. Ты думаешь, что я тебя не вижу, чувак? Ты жестко ошибаешься. Но тут уже, конечно, меня поджали, потому что выбор был кого-то забрать. И все на этом. Это был бы максимум, потому что другой по-любому меня бы сильно покоцал. Если бы я даже Шелли пошел убивать, было бы то же самое. Но как-то так. Прикольный очень скин, еще затестим его, когда будем пушить, так что пушить мы будем на 300к подписчиков, так что, ребята, обязательно подписывайтесь, а теперь давайте мы возьмем, вот он, ребята, кого я тут купил, это легендарный Кольт, и почему он легендарный, потому что после того, как вышел Магнум, он стал очень люто тащить. Я не знаю, в чем прикол. Его анимация пулек немного изменилась. И говорят, поговаривает, легенда ходит такова, что он реально тащит. Именно Кольт такой китайский перебивает обычного Кольта, потому что у него не, якобы другая анимация. Но на самом деле я это замечал, что тот же Твисти Твик, я им помогал, по-моему, Кольта на косарь апать. Что-то там было, то ли 900, то ли косарь, я уже точно не помню.
Ну и как бы он, понятное дело, сам хорошо на нем играет, но прикол в том, что именно с этим скином он реально люто разрывал. Не знаю, может быть, как-то пульки по-другому цепляет, может еще что-то, или просто как доспехи тебе придают уверенности, так и тут. Но давайте сейчас мы Кроу придадим немного уверенности на минус. Сколько там, я не знаю, сколько сейчас минусует. Ульту даже не буду сливать, он тут в принципе в ловушке. Сейчас дым подожмет его, и он будет по тапкам давать. А он будет давать в эту сторону. Лови! Ой! Тапать, конечно, не очень хорошее дело. И тут еще все кусты надо чекать. А их на кольте очень тяжело чекать. Это не сплэш на попку и так далее. Так что здесь вообще надо быть очень аккуратным. Я так уже много раз обжигался. Эта карта крайне нестандартная. Ты можешь вроде бы на кольте все кусты проверить, но потом понимаешь, что ты чекал плохо, потому что там кто-то отмансил. И потом он тебя просто фигачит. В этом плане здесь бит очень хорош. Ты просто идешь в куст, в наглую. Шелли выбегает с ультой, убивает тебя. А ты с новой жизни выходишь и добиваешь его. Так. Динамайк, здорово. Ты думал, что тебя не видно? Хотя вот здесь, блин. Вот такие вещи не чекаешь и все. А там могут спокойно сидеть. Так, Мортис. Ну, давайте. Ну, блин, у него, конечно, понятное дело, банок поменьше. Это не особо верная проверка будет. Но легенда все-таки неспроста ходит такая. Слухи не с ветра носит. Ты чё, офигел, что ли? Куда ты мою банку воруешь? Крутится он, ага. Так, сейчас самое главное опасаться кольта, чтобы мне в спину не начали, потому что у него тоже очень много банок. Сейчас мы сначала Мортиса добьем, который банки крысит. Кстати, мешочки падают, когда я стреляю. Это что сейчас было, Коль? Ты баканул? Смотрите, что делает вообще. У него, может быть, еще и Старки нету, но прикол в том, что эта тема, она очень жесткая. Он реально жесткий, тащит люто. И давайте еще разочек на нем сыграем. Посмотрим, что, как, кстати, когда ультой стреляешь, очень круто светится, прям со всех сторон. И будем на это подводить итоги. И, кстати, очень важная информация, чуть ли не забыл, об итогах. Итоги конкурса, который у меня проходил в инсте, он будет, ребята, сегодня. То есть конкурс сегодня подойдет к финалу. Сейчас, секунду. А к финалу подойдет сегодня конкурс, так что вы ВК-группу чекайте, ребята, там будут новости, кто же победил. Если вы не в курсе, что это за конкурс, то, конечно, вас очень жалко, потому что это конкурс очень крутой, там очень крутой приз, и если кто участвует, он знает, о чем я говорю. Но я не буду постить тему, что за конкурс, где именно он проходит и как, что надо сделать. Это было в ролике, если вам интересно, то можете почекать ролики, я подсказку дам. Этот ролик связан, ну, с конкурсом, этот ролик, он будет в зеленой превьюхе, то есть у него картинка вся зеленая. Так что можете найти такой ролик у меня на канале, он был не так давно, и чекнуть, что же там за конкурс такой крутой проходит, который сегодня будет подведен к итогам. Чё ты бузишь? Ты потараниться хочешь? Давай, ладно, потаранимся. А чё ты по тапкам даешь? Ой, 8-9. Чего? Ну давай. Да, поманси, блин. Окей. Угомонили бычка, отправили на тушенку. Как говорится, какой бы ни был дерзкий бык, на банке пишется тушенка. И сейчас мы упаковали его в консервы. Теперь осталось у нас Шелли. Окей, давай, Шелли. Ждем, пока ты выйдешь. И... Ну давай. Ну где ты? Чуть-чуть кусатый, чуть-чуть целовать сделаем. Так, она грамотная, она ждет, пока карту подожмет полностью. И после этого она уже будет выдавать нам. Давай, давай. Ну вот здесь центр, получается, скоро дым вот так подожмет ее. И она в любом случае либо слева, либо справа выйдет. Давай, 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 давай. Кто круче крутится? Так себе крутится. Блин, на самом деле супер круто крутиться, это еще надо уметь. Навык крутиться, потому что я так особо прям... Да, конечно, побайте. Ой, ульту, самого далека.
Отлично. Ну, в общем, как-то так. Наконец-таки со второго раза нормально записал. Надеюсь, это все не потеряется. Так что давайте, ребята, будем на этом подводить итоги. В общем, всем удачи и всем пока. И еще один интересный нюанс. Ждите сегодня. Если нормальный троллик зайдет, то я, может быть, сегодня вторую часть выпущу по Поко. Как же я его апал далее. В общем, всем удачи, ребята, и всем пока.